Говорит Красная площадь Москвы. Говорит Красная площадь Москвы. Пролетарии всех стран, соединяйтесь. Сегодня 1 мая, день боевого смотра революционных сил рабочего класса. Сегодня празднует вся наша великая страна. От Владивостока до Белостока, от Выборга до Батуми, от Перемышля до Игарки. 12 республик, сотни городов, тысячи и тысячи колхозов, 183 миллиона советских людей празднуют сегодня 1 мая. Какая в этом празднике мощь, какая сила! Да здравствует 1 мая, боевой смотр революционных сил рабочего класса. Пролетарии всех стран, соединяйтесь. Красная площадь затихает. Необычайное волнение охватывает ее. Застыли колонны войск. Только ветер шевелит вымпела, слегка колышут боевые знамена. Красная площадь ждет. Разом взрывается тишина, приветствия гремят на Красной площади. На трибуну поднимается Иосиф Виссарионович Сталин, наш вождь. Прекрасна эта дружеская встреча Сталина с Красной площадью, с весенней первомайской Москвой. На трибуне, рядом с товарищем Сталиным, мы видим товарищей Молотова, Калинина, Кагановича, Андреева, Микояна, Шверника, Берия, Димитрова, Маленкова, Щербакова, Булганина, Шкирятова, Ярославского, Вышинского, членов ЦК и народных комиссаров. А из Спасских ворот Кремля выезжает бывший луганский слесарь, народный комиссар обороны Климент Ворошилов. Трибуны приветствуют любимца страны, первого маршала Советского Союза. Он движется к центру площади, навстречу ему маршал Буденный. Слушайте рапорт командующего парадом маршала Буденного. Маршал Ворошилов принял рапорт маршала Буденного. Сейчас народный комиссар объезжает войска, построенные на Красной площади, поздравляет их с 1 мая. Вы слышите приветствие наркома и дружные звонкие ответы бойцов. Thank you.
Товарищ Ворошилов покинул Красную площадь. Он направляется к войскам, которые расположились на соседних улицах. Такие же, как и на площади, неподвижные ряды. Секунды ожидания. Площадь ждет возвращения народного комиссара. В центре площади, против мавзолея, выстраивается гигантский сводный оркестр. Блестит серебро труб. Все роды войск делегировали в этот огромный оркестр своих музыкантов. Непрерывно издали доносятся раскаты «Ура!». Это войска, расположенные в улицах и площадях, примыкающих к Красной площади, приветствуют народного комиссара. Вот раскаты «Ура!» приближаются, становятся все громче и громче. Слышите? Могучее красноармейское «Ура!». Народный комиссар обороны закончил объезд войск и возвращается на Красную площадь. Сейчас товарищ Ворошилов в центре площади. Он сходит с коня. Направляется к трибуне. С представителями высшего военного командования. Поднимается на трибуну. Группа фанфаристов сейчас возвестит открытие парада сигналом «Слушайте всех!». Он подходит к микрофону. Весь мир услышит сейчас речь товарища Ворошилова. Работников и всех граждан с международным пролетарским днем 1 мая. Только народы Советского Союза встречают этот день радостно и празднично. Советские люди гордятся своими достижениями в социалистическом строительстве и с удовлетворением отмечают факт, что наша страна, пользуется благами мира, стоит в стороне от бушующего пожарища Второй империалистической войны. Народы капиталистических стран сегодня еще острее, чем когда-либо, ощутят всю разницу, существующую между капитализмом и советской страной. Всю глубину бездны, разделяющей два мира. В Советском Союзе с
183-миллионный народ во главе с партией Ленина Сталина, руководимый великим Сталиным, строит свою социалистическую жизнь. Советский Союз войны не хочет, но к войне всегда готов. Разгром в короткий срок Белофинской армии с ее прославленной линией Маннергейма, невзирая на англо-французскую помощь, показал еще раз мощь нашего народа, силу и великую доблесть нашей славной Красной Армии. В настоящее время международная обстановка запутана до крайности. Вторая империалистическая бойня разгорается все сильнее и сильнее. Поджигатели ее будут стараться втянуть нас в эту кровавую кашу, а при случае напасть на тот или иной участок советской земли. Нужно быть готовыми всегда и ко всему. Нужно удвоить нашу бдительность и удесятерить работу по обороне нашей Родины, по укреплению мощи Красной Армии и военно-морского флота. Мы это будем делать со всей большевистской страстью. Порукой этому энергия и непреклонная воля 183-миллионного народа и наша мудрая партия Ленина-Сталина. Да здравствует наш могучий советский народ! Да здравствует славная и доблестная Красная Армия и военно-морской флот! Да здравствует партия Ленина! Да здравствует наш великий Сталин! Ура! Командующий парадом, маршал Советского Союза товарищ Буденный подает команду для торжественного прохождения войск. Команда и вслед за ней легкий шорох тысяч ног. Готовясь к маршу, войска повернули направо, лицом к историческому музею.
слышите? Грянул оркестр, зазвенели трубы, ветер движения подхватил знамена и, приветствуя Сталина, двинулись мимо трибун колонны рабоче-крестьянской Красной Армии. Сегодняшний парад, как и каждый парад здесь, на Красной площади, нов и необычен. Новые герои пройдут сегодня через площадь. Новые боевые машины прогремят здесь. Но бережно храним мы в памяти наше боевое прошлое. И сегодня встанут перед нами близкие и родные годы, парады первых лет октября. По традиции наших военных парадов, едва гарнисты-барабанщики, шедшие впереди, отшагнули в сторону, на пространство перед трибунами и мавзолеем вступил сводный полк начальствующего состава центральных управлений наркомата обороны СССР. Полк идет образцово, слитным, едва покачивающимся в такт шагам прямоугольник. Командиры, начальники, политработники центральных управлений. Они демонстрируют совершеннейшую, доведенную до блеска выправку, слаженность, точность. И рядом с героями гражданской войны в один ряд с ними идут участники боев у Халхин-Голова. А за полком начсостава движутся академии, школы красных полководцев, пролетарских стратегов, люди военной науки, партийной науки, люди воинствующей мысли, соединенные с воинской доблестью. Краснознаменная и ордена Ленина военная академия РККА имени Фрунзе. Фрунзовцы идут в строгой, суровой, отлично пригнанной форме пехотных командиров Красной Армии. Более 20 лет существует эта славная академия. Не один десяток слушателей и преподавателей академии показали в боях с белокинами свои превосходные боевые командирские качества. Идет академия большевистских комиссаров. Идут слушатели и начальствующий состав военно-политической ордена Ленина Академии РККА имени Владимира Ильича Ленина. Каждый факультет этой академии вышел на парад в своей форме. Ровными негнущимися рядами, блистая боевой выправкой, проходят сейчас по площади будущие командиры частей и соединений грозной советской артиллерии. Идет артиллерийская ордена Ленина Академия имени Феликса Эдмундовича Дзержинского. С самого начала парада тысячи зрителей с нетерпением ждали этой минуты. На Красной площади сейчас идут моряки. В строгой и красивой парадной форме идут краснофлотцы. Золотые эмблемы на морских фуражках командиров. Развиваются ленты краснофлотцев. Все моряки в белых перчатках. Под весенним небом столицы идут сейчас моряки по Красной площади. Гремит музыка, с трибун несутся аплодисменты. А всего два месяца назад многие из тех, кого мы сейчас видим на параде, плыли в снежных штормах среди льдов. Военно-морской флот, помогая Красной Армии, не раз показал бесподобные образцы бесстрашия, отваги и героизма. Народ на трибунах приветственно машет руками. На моряков смотрит вождь народов товарищ Сталин. Маршал Ворошилов отдает им честь. В колонии академий прошли слушатели военно-воздушной ордена Ленина Академии имени Жуковского. Это здесь, в этой академии, воспитываются авиационные командиры, инженеры нашего военно-воздушного флота. И на синих френчах золотой строчкой орденов записана славная история воздушных боев от первых героических полетов в годы гражданской войны до мощных сокрушительных ударов с неба на Карельском перешейке.
зрелище великолепного марша красной пехоты захватывает внимание трибун. Красная пехота, владычица полей, проходит по Красной площади, изумляя четкостью шага, ровными линиями рядов, блеском касок пешеходов, как бы застывших на одном уровне и в то же время выражающих неудержимое движение. Движение вперед, стремительность атаки, динамику штурма. Великолепно движутся славные полки пехотинцев. С восхищением смотрим мы на их могучий марш. Слава красным бойцам и командирам, обеспечившим безопасность северо-западных границ Союза Советов. Первомайский привет армии народа, героической Красной Армии, стоящей на страже великого дела Ленина-Сталина. На черные, злобные, вражьи угрозы ответ мы имеем один — советскую сушу и море, и воздух не отдадим. Слушайте четкий ритмический шаг красной пехоты, проходящей по площади. Несут знамена. Очень много знамен. Да, это начинается шествие вооруженных отрядов трудящихся столиц. Идут старые герои, рабочие, которые участвовали в октябрьских боях, красногвардейцы с винтовками. Идут прекрасным строем. Первые солдаты революции и ее вечно юные бойцы. Они и теперь будут сражаться так же, как сражались тогда, если потребует этого рода. На несколько минут огромная Красная площадь опустела. На трибунах нетерпеливое движение. Все повернулись в сторону исторического музея, откуда сейчас, секунды на секунду, должна появиться конница. Звонкий цокот. Издалека уже видно, как мимо кремлевских башен, сверкая клинками, несутся кавалеристы. На короткой рыси по 18 в ряд мчатся лихие конники через Красную площадь. На Красную площадь с грохотом влетают легендарные тачанки. По 4 в ряд несутся они с невероятной скоростью. Каждую тачанку мчат 4 лошади. Коники, откинувшись и точно застыв, держат в вытянутых руках вожжи. В тачанках зеленые пулеметы. Неудержимые кони мчатся через площадь вниз к Москва-реке. Сверкающие клинки, винтовки, тачанки с пулеметами. Все это слилось в одном стремительном, молниеносном порыве
пролетает мимо гранитных трибун Первомайской Красной площади. Промел пересек, езжает на площадь конная артиллерия. Со сверкающими клинками наголо на вороных конях впереди боевые кони, острые клинки, грозные орудия. Ими управляют смелые артиллеристы, разведчики, меткие наводчики, лихие бойцы конной артиллерии. Площади к историческому проезду, кремлевскому проезду подползают железные колонны тяжелой артиллерии. Они как бы обвивают с двух сторон монументальное здание исторического музея, потом они войдут на площадь, и здесь сольются в один широкий, бесконечный поток. Они идут по шести в ряд, на тяге у мощных тракторов. Приближаются дальнобойные, точнее, надо было бы сказать, высокобойные зенитные пушки. С улицы 25 октября готовы попарно выехать на площадь орудия дальнего боя и огромной мощности. Длиннохоботная, широкогорлая. Это та артиллерия, которая с корнем выкорчевывала тысячепудовые стальные плиты на укреплениях Карельского перешейка. Из этих жерлов вырывались снаряды, сокрушавшие гранитные надолбы, которые мешали нашим танкам. Они громили железобетонные доты, бравшие под перекрестный пулеметный огонь всю местность вокруг. Тяжелая, несокрушимая, всесокрушающая артиллерия. Грозное детище наших заводов. Закончилось величественное шествие мощных танков. Парад приближается к концу. Возле исторического музея построилось и сейчас вступает на площадь замечательное подразделение. Это следует колонной оркестр из 250 мальчиков-музыкантов, воспитанников московских военно-музыкантских школ. Они двинулись от исторического музея. Юные музыканты идут четко, чеканно. Они сыграют марш «Казаки-казаченьки». Слушайте.